этот телефон, трубку Денису Гурскому, представителю и основателю, одному из основателей инкубатора 1991, который является нашими партнерами. У них стартует буквально на следующей неделе, все выходные, вторая инкубационная программа. Они делают в этой стране что-то хорошее. У них потенциальный приз, как они заявляли в первый день, то есть вчера. Денис, расскажи об этом. Добрый день всем. Я уже тут задавал все эти вопросы в качестве жюри. Хочу сказать, что, к сожалению, мы не можем вот так вот единолично на основании моего мнения сказать, что такой-то стартап мы берем на инкубацию. 1991, в принципе, это первый в Украине некоммерческий инкубатор, который появился в январе 2016 года. И те стартапы, которые у нас есть в инкубации, в принципе, попадающие под критерии отбора, это проекты, использующие большие и открытые государственные данные. Мы медленно, но уверенно идем к тому, что у нас будет отдельный инкубационный цикл, посвященный финтек. И здесь нашим партнером будет выступать Национальный банк. Но пока мы еще не там, и мы хотим взять один проект, который будет в общем инкубационном цикле. У нас офис находится действительно здесь, это 400 метров квадратных. И дедлайн по подаче заявок сегодня ночью закрывается. Еще один из офисов, который мы на прошлой неделе открыли, он находится в Киев Smart City Hub на ВДНХ, и он посвящен городским проектам. Там дедлайн попозже, через пару недель. Но мы хотим отобрать из этого хакатона один проект вот сюда. Значит, те проекты, которые мне понравились, я их буду рекомендовать комитету жюри, который у нас есть. Он состоит из представителей А. госсектора, Б. донорских организаций, которые спонсируют деятельность инкубатора. Голосование состоится в среду вечером. И те проекты, которые я бы рекомендовал для рассмотрения жюри, я попрошу их со мной связаться, у Стаса будут там мои контакты. Это Midas и Collider. Ребята сделали действительно что-то за два дня мероприятия. Я знаю, насколько это сложно. Наша общественная организация Social Boost, которая и начала, собственно говоря, деятельность вот в виде инкубатора 1991 в этом году, мы откатали огромное количество хакатонов за последние 4 года по всей стране. Первый хакатон мы сделали летом 2012 года. Я знаю о том, как это сложно, как сложно не спать, делать большие дела, собрать команду прямо на мероприятии. Поэтому спасибо большое, что вы принимаете участие в таких мероприятиях, как FinTech Hackathon. Мы со своей стороны поддерживали и будем поддерживать такие инициативы. Спасибо за это. Спасибо, Денис. Так, один вопрос. Получается, ты подаш на комиссию, и если ваша внутренняя комиссия выбирает, это без регистрации одна из команд может пройти. О, это реально круто. Я посмотрел форму второго созыва, который сейчас начинается. Открыл, листал, закрыл. Но не твое, да? Не, мое только, столько времени пока нету, стартап выдумывать. Теперь начнем о хорошем. С какой веб вниз начинать? Трутень проект будет еще? Трутень проект, это проект, это же не скончаемый проект, он не может выиграть или проиграть, он есть. То есть он получает деньги, Ант, запишите его телефон, он вам скинет смс-кой QR-код скоро. И на кошелек каждое утро рекомендую вставать и скидывать так одну сатошку. Сатошку. Одну сатошку каждое утро. Это просто стимулирует к тому, чтобы планомерно накапливать. А потом вы всегда сможете прийти к этому человеку замечательному. Я ни разу не видел, чтобы он кому-то вообще отказал. Да, завжди готовы взять вашу нырку. Он шутит, это безотказный человек, он помогает, все, что только в его силах, он может делать. Давайте так. Мне всегда грустно начинать или с конца, или с начала, я не знаю. Давайте, кто за то, чтобы начать снизу размещение мест? Монетку. А кто за то, чтобы сверху начать? Никто. Ладно. Так. Ой, я тут цифры сразу запутался.
подсчетом голосов начинаем снизу. Проект Global Science. Девятое место. Хорошее. В девятку попал. Сложный проект очень. Поэтому так вот. Дальше. Восьмое место. Что я написал? Сейчас. Public Money Bin. Восьмое место. Я просто всю неделю в мероприятиях, извините, спал мало и сплю уже пару часов. Дальше. Седьмое место. Это проект Baby Startup. Шестое место. Это проект с измененным названием. У меня с английским плохо. Могли на русском, пожалуйста, выдумать в следующий раз, если будете участвовать на хакатоне, я там буду рядом. Скажи, пожалуйста, как он называется? E-Pledger, да. Дальше. Пятое место. Проект BIN. Бэк. Дальше. Четвертое место. Проект CoinDrive. Вот, ну, это было всегда, на самом деле. Поддерживаем участников. Так, третье место. Сельпо. Третье место. Команда Гидры. Выходите сюда. На самом деле, я не знаю, как они вообще заняли какое-либо место. У них не было одного голоса. Вот, и, ну, остальные жюри за них проголосовали, не знаю, не бейте нас, я не участвовал в жюри. У нас для вас есть приз такой, у нас все умные призы, или умные, или рабочие в этом хакатоне. Открывается такое место, открылось такое место, Invegan на Золотых Воротах. Трошки дали идею, чтобы фотку попадать, вот. Вам два сертификата. Это сертификаты на посещение до октября месяца любого мастер-класса. У них абсолютно разные мастер-классы. И мне очень приятно, что вы участвовали в финансовом хакатоне и с финансовым проектом, поэтому можете, например, на флористику пойти. А можете пойти на финансовый тем. Просто финансовый тем вам не интересно, то есть вы сами проводите мероприятие. Поэтому выберите, пожалуйста, самый лучший у них на сайте. И сходите на какую-нибудь отвлеченную тему. Нет, это видите, очень да. Крутые. У них очень дорогие, кстати, мероприятия. Поэтому это вам. Спасибо. Второе место. Какие у нас еще команды остались? Второе. Трой. Второе место. Команда Трой. Тройдер. А где команда? Команда, выходите. Команда. Ну, пишет один, а команда большая. Ты же всех показал, а теперь с ней написал. А теперь покажи, кто эти люди. Трошки назад. Выходи. Все. То есть вы делаете что-то правильное. Вот, вы показываете какую-то информацию, людям доносите, делаете это хорошо. Вам тоже два больших сертификата, это раз. И второе, будет на днях Decoded такое мероприятие. Это мероприятие вам дарит организаторы и Евгения Клепа. Она не смогла сегодня здесь присутствовать, она уже поехала на подготовку, там все остальное. Кто знает эту девочку, вот, она передавала всем большой привет. Я вам скажу, как туда попасть на мероприятие. То есть, кто готов путешествовать по Крыму, знаете, это очень глобальный такой проект. Вы поедете туда, у вас аккредитация бесплатная. Спасибо вам. Все, в следующем году встретимся. И проект Midas. Прошу.
Трошки далі, давай, вона фоткає. Вам 4 сертификата на посещение мастер-классов. По флористике? Может, не по флористике, может, не по собаководству. У вас большая команда. Я хочу, чтобы вы тоже цвели, росли, раз вы думаете, что у вас вы дарите людям фри, вот, обмен или займ денег. Со звездочкой. Вот, ну, вы что-то делаете, вы работаете, я вас вижу многих таких мероприятий. Следующий момент, что интересно, что вы пришли командой, и один из призов – это коуч-сессия от Ассоциации коучей Украины. Поэтому, если у вас уже какие-то вопросы, или возникнут какие-то вопросы… Я не перепутал, Стас, на самом деле. Нет, ассоциация от школы профессионального коучинга, бесплатная профессиональная коучинга. Партнер ассоциации, я знаю. Сопровождение в виде 5 стратегических сессий для вас. Здесь сертификат, здесь наши контакты. Я вас очень поздравляю. Спасибо. Молодцы. Если, ну, я вижу вас на многих мероприятиях, и у меня сложилось не только у меня чувство, что у вас нет офиса. Вот. Ты рассказывал, что ты ездишь в Америку. Это может плюс, может минус. Но теперь вам надо дотащить этот продукт, потому что на вас смотрит вся страна онлайн, 360 онлайн. Вот, ну пока ОКО, да. Поэтому наш партнер, новое нерабочее место в этом городе, которое уже предоткрытие сделало, хочет подарить вам свой подарок. Давайте я поговорю таким образом. Значит, если вы проходите в акселератор 1991, то вы проходите туда, правильно? Соответственно, рабочее место вам уже будет не нужно. Не рабочее место. У вас рабочее и нерабочее. Тогда в этом случае сертификат на 4-местный кластер на 3 месяца переходит тому, кто занял второе место, то есть Тройдер. Поэтому... Только за. Вы за? Тройдер, я думаю, Тройдер, вы за? Получите еще бесплатный офис, если они пройдут инкубатор. Мы с удовольствием, да. А якщо ви теж пройдете інкубатор? Це ще не все від неробочого місця. Ми також поздравляємо всіх, хто участвував, хто пройшов, хто не пройшов, навіть тих, хто зайняв 9 місце. Для всіх вас у нас є спасительні призи. Підходіть к нам, ми торжественно їх і не торжественно вручимо. Вот. Ну і також для тих, хто тут зібрався і потратив своє воскресіння на те, щоб приблизитися к фінтеху. Підходіть к нам, для всіх є спасительні призи. У нас есть кафе в нерабочем месте? У нас есть не бар. Вкусная еда. Есть очень много чего. Заходите, увидите своими глазами. У нас целый этаж, и в перспективе остальные 14 этажей также наши. Все, поздравляю еще раз. Так, не расходимся, еще один приз. Спасибо всем, кто интересовался нашей компании биткоинами и задавал массу вопросов. С вами было очень интересно общаться. И спасибо участникам за проделанную огромную работу. Они показали высокий класс организации, работу, командной работы. Это было супер с их стороны. Поэтому мы как от имени Blockchain Info совместно приняли решение сделать такой подарок. Они получают один биткоин на счет, то есть это в районе $440. Совместным консенсусом мы приняли решение, что здесь еще две команды Тройдер и CoinDrive, которые работали с Blockchain API, тоже проявляли огромный интерес. Каждый из участников этих команд получает $5 на счет нашей компании. Все, спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам за участие. И раз пошла такая пьянка, это последний обрез, подперли слезы, и Александра не выдержала такой нагрузки. И вот она опять забирает у меня микрофон. У нас еще один приз есть безотносительно к решению жюри. Это приз наших симпатий. Мы бы хотели вручить такой же сертификат на бесплатное коучинговое сопровождение компании Тройдер. Компания Тройдер.
Тройдер. Тройдер. Проходим еще раз. Тройдер. Светиться надо. Нам очень импонирует тот способ, с помощью которого вы хотите сделать мир лучше. Поэтому ну, готова вам помочь. Спасибо. Я хочу поблагодарить всех участников, гостей, которые пришли на это мероприятие, которые думали об этом мероприятии, которые читали об этом мероприятии, которые пользуются финансовой украинской системой. Я хочу поблагодарить членов жюри, наших спонсоров. Я хочу поблагодарить вас, люди, что вы тратите свои выходные, чтобы участвовать в таких мероприятиях. Вкусного, ну, девочки уже ушли, я благодарю, что они нас кормили эти два дня. Компания Microsoft за предоставленный такой зал. Спасибо вам всем. До новых встреч. Предложения в ТПАКе принимаются. И давайте сделаем групповую фотку, панорамную, непанорамную, вот эти баннеры, чтобы осталась память какая-то.